Хотим еще раз напомнить о необходимости скорейшей вакцинации, потому как третья волна коронавируса, мы уже смело можем говорить, к сожалению, и в республике в том числе, началась. Более того, хочется отметить, не хочется, но констатируем то, что в геометрической прогрессии у нас идет рост обращаемости в ковидные стационары республики. Речь идет об индийском штамме. Он является более агрессивным и более контагиозным, в связи с чем заболевание протекает в более серьезной форме. Вакцинация не панацея, но вакцинация дает нам абсолютную гарантию того, что мы не окажемся на тяжелой реанимационной койке и что заболевание у нас в тяжелой форме протекать не будет. То есть, вакцинировавшись, мы можем заболеть и в легкой форме, в форме легкого гриппа перенести заболевание. На сегодняшний день уже 50 с лишним тысяч у нас вакцинировано на территории республики, но этого мало. Речь идет о так называемом необходимом коллективном иммунитете, а это должно быть 60% взрослого населения привито. И именно в этом случае это нам даст стойкую защиту коллективного иммунитета, да, и предотвратить те нежелательные последствия, которые могут наступить. Все виды на сегодняшний день зарегистрированных вакцин в Российской Федерации в той или иной степени и в том или ином количестве поступают в республику. Но отдавать предпочтение одной вакцине или другой – это не совсем правильно, потому как, в принципе, там могут быть небольшие разные отличия в химизмах, но по действию они все обладают аналогичным свойством, да? Они вызывают стойкий иммунитет. Мы ежедневно мониторируем коечный фонд в Республике Северная Осетия Алания, в том числе инфекционный, и ежедневно мы при необходимости расширяем его, и, возможно, если ситуация будет ухудшаться, мы будем менять маршрутизацию пациентам в том числе и вводить новые госпитали на территории нашей республики под ковидные стационары. Пока у нас только КБСП, детская больница для детского нашего населения, и Правобережная центральная районная клиническая больница, туда поступают беременные роженицы с ковидом.